Здравствуйте, товарищи. В эфире очередной выпуск передачи «Человек, Земля, Вселенная». Мы встречаемся с вами в последний день октября. А октябрь – месяц особый в советской космонавтике. 4 октября 1957 года весь мир услышал голос первого искусственного спутника Земли. Это был спутник советский. Многих успехов достигла советская космонавтика. Мы научились использовать космические средства для нужд народного хозяйства. Развело сотрудничество в космосе. И сейчас вместе с советскими космонавтами в международных полетах выполняются обширные научные программы. Программы прикладных работ, в которых вот участвуют и представители социалистических стран. И вот сегодня в октябрьской передаче нашей вы встретитесь с космонавтами, которые расскажут вам о визуальных наблюдениях атмосферы и окружающего Землю космического пространства. Мы расскажем о выдающемся советском конструкторе ракетно-космических систем, академике Михаиле Кузьмиче Янгеле. Мы расскажем о последних исследованиях советских ученых в области изучения галактических сверхскоплений. И вот сегодня хотим рассказать вам о тренировках космонавтов в искусственных условиях невесомости, в гидробассейне. Прежде чем перейти к первой странице нашей передачи, мы познакомим вас с космонавтами совместного советско-французского космического полета. Именно в последние дни октября из звездного городка пришло сообщение, которое с большим интересом было воспринято по всей нашей стране, и не только в нашей стране, но и во Франции. Дело в том, что был опубликован состав первого и второго экипажа. Экипажи эти составляют первый экипаж. Командир корабля, летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза Юрий Малышев, бортинженер, летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза Александр Иванченков, космонавт-исследователь, представитель Франции Жан-Луи Кретьен. Второй экипаж. Командир корабля, летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза Леонид Кизим, бортинженер Владимир Соловьев, космонавт-исследователь, представитель Франции Патрик Бодри. Экипажи проходят тренировки. Подготовка идет успешно. Ну а теперь перейдем к первой странице нашей передачи. Эта страница посвящена визуальным наблюдениям космических экипажей с борта орбитальной станции «Салют-6». Нужно сказать, что у нас уже создалась такая определенная традиция. Мы неоднократно приглашали к нам в студию экипажи, рассказывали и о визуальных наблюдениях, и об использовании фотографических, спектрографических методов исследования Земли в интересах различных отраслей народного хозяйства, давали комментарии тех результатов, которые получены уже в интересах геологии, в интересах метеорологии и так далее. Сегодня мы встречаемся с экипажем фотонов, который составляет Владимир Васильевич Коваленок, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, и летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Виктор Петрович Савиных. И, как всегда, в нашей беседе участвует доктор технических наук, профессор Государственного оптического института Александр Иванович Лазарев. Мы с Виктором Савиных продолжили серию наблюдений за атмосферой, за Землей, за верхней атмосферой, начатую Романенко, Гречко, потом продолженную вот нашей экспедиции с Александром Иванченковым, ну и нашими коллегами, вот, Ляховым, Поповым и Рюмином. Что интересного можно сказать, вот с нашей экспедиции мы сейчас провезли, и наиболее такого, можно сказать, понятного,
что можно показать, так это наблюдение в интересах метеорологии. Вот в ходе 140-суточной экспедиции с Александром Иванченковым мы заметили такие крупномасштабные течения атмосферные, облачные образования, которые образовывались где-то в районе Антарктиды, в районе Арктики. Потом они направлялись сюда, к экватору, и где-то встречались. Вот я сейчас хочу показать один такой снимок такого образования облачного. Вот вверху здесь это район Антарктиды. И вот видна белая такая, как река, полоса. Вот она идет. Это облачность. Вот с двух сторон она подчеркивается. Вот отчетливо видна. Это в южном полушарии. И тут видна даже структура видна течения. Видна структура течения, значит, видно сразу направление движения. Видно, что облачность течет сюда, вот как движение реки, вот если смотреть на воду. Второй же такой снимок, но он, может, менее характерный, это вот образование, такое же течение, это в районе Гренландии, это с севера. Вот тоже просматривается такая генеральная вот, линия, направление течения в этом направлении. И вот, когда мы с Виктором пытались отслеживать вот эти направления течений, то мы потом находили места, где они встречаются. Вот видно, встретились этих два течения, и сразу образовывается крутка. Причем здесь сразу видно, что здесь две крутки, такая циклоническая и антициклоническая. Мы убеждались иной раз, что погоду формирует вот на европейской территории Союза порой некоторые образования, которые образовываются вот в Антарктике и в Арктике. Когда они сюда приходят в Атлантику, значит, здесь вот формируются потом эти крупномасштабные образования, и потом уже они направляются в Европу. Когда я готовился к полету, много просмотрел материала, много посмотрел снимков, и вот тех образований. Но вот когда мы летали, таких вот крупных образований, тайфунов, вот, которые с глазом, мне Володя говорил, что вот-вот, это еще не то образование, которое, значит, вот может возникнуть такое более мощное. Ну, к сожалению, мы не видели, а может быть, к счастью, счастью для всех людей на нашей планете. В чем ценность вот этих наших наблюдений, наверное, и фотографий? Наверное, в том, когда ученые, специалисты, наверное, проанализируют, прислушиваются вот к этим нашим визуальным наблюдениям, то мне кажется, можно даже так пофантазировать, что где-то в недалеком будущем можно будет более качественно проводить, как говорится, прогноз погоды. Вот я покажу один из рисунок, где показано семейство циклонических возмущений в районе острова Кергеле. Пожалуйста, посмотрите. Очень интересный рисунок, который показывает структуру этих циклонических образований. И это, конечно, очень важно, то, что из космоса космонавты могут наблюдать зарождение циклонических образований и тем самым предупреждать эти такие грандиозные природные явления, предупреждать людей о опасности, которые несут эти природные явления. Причем космонавты наблюдают не только зарождение, но и движение циклонических образований. И могут предсказывать их поведение, ну, в пределах визуальных наблюдений, так сказать, вот в тех региональных участках земного шара, где наблюдаются эти явления. Теперь я бы предложил перейти к интересному такому явлению в наших самых, пожалуй, высоких слоях оптической атмосферы. Это к серебристым облакам. Все-таки они нас все время завораживают загадочности своей природы, в которую мы проникаем. Да. Но в то же время многое еще неизвестно, и поэтому мы и наблюдаем, и исследуем, и фотографируем, и спектрографируем. Исследование серебристых облаков продолжается уже на протяжении почти 100 лет. Серебристые облака уверенно наблюдаются в северном полушарии от 45 градуса северной широты и в более высоких широтах, а в южном полушарии от 52 градуса южной широты и тоже в более высокие широты в направлении полюса. А в экваториальной зоне серебристые облака и подобные образования как будто бы не наблюдаются. Владимир Васильевич Коваленок, Александр Сергеевич Иванченков, и вместе с ними в это время летали Петр Ильич Климук и Мирослав Гермашевский, при полете в конце июня, начале июля 1978 года, когда орбитальная станция находилась на солнечной орбите, то есть Солнце не заходило практически, они обратили внимание, что в экваториальных широтах также наблюдается образование, подобное серебристым облакам. Ну, дальше мы внимательно проанализировали это явление и, так сказать, высказали соображение о том, что это аэрозольный слой в мезопаузе, который, в общем, к серебристым облакам. Дальше, ну, это было первое наблюдение, поэтому полной уверенности в том, что, значит, вот такое явление существует, не было.
И тогда, значит, мы просили каждый последующий экипаж орбитальной станции «Салют-6» продолжить эти наблюдения. И, значит, каждая следующая экспедиция подтверждала, что при полете на солнечной орбите хорошо видно этот аэрозольный слой мезопаузы. Вот это совершенно новое, что удалось обнаружить космонавтам орбитальной станции «Салют-6». Ну, тут следует еще сказать, что с Земли в экваториальной зоне наблюдение вот в мезопаузе очень неудобно, потому что время, удобное для наблюдения с Земли в сумеречной зоне, очень маленькое. Буквально оно исчисляется несколькими минутами. А в средних широтах и высоких широтах время для наблюдения очень большое. Часами. Мы вот с Виктором Петровичем продолжили эти наблюдения. Причем мы уже к серебристым облакам относились именно так, когда с Виктором вели наблюдение, что в северных широтах, где-то вот выше 40-х, мы знали их существование, и, как говорится, даже не фиксировали себе вот в этот бортовой журнал. А сюда фиксировали уже только те серебристые облака, уникальные, которые были где-то именно близко к экваториальной зоне. Вот одна из таких зарисовок в нашем вот с Виктором журнале сделана. Вот верхний рисунок. Вот темным этим слоем это вот оттенено именно как раз слой серебристых облаков. Вот по протяженности по горизонту 90 градусов. Это пока вот картинка зарисована, а у Виктора есть описание этих наблюдений. Причем мы их наблюдали даже не однослойные. Ну, на протяжении 160 градусов. Вот у меня 160 записано. Градусов. На 160 градусов по горизонту. То есть половина горизонта, да, кругового обзора. Ты смотришь, один иллюминатор, второй, значит, серебристые облака видны. Ну, видны, конечно, оно не полностью сплошное, они прерывистые. Порой два-три слоя. Порой два слоя видно, значит. Ну, да, вот, с разрывами. И это было видно в основном-то вот где-то вот в начале мая, когда мы вышли вот на эту солнечную орбиту. Вот там были такие наблюдения. А до этого момента мы летали с другим. Ну, Солнце находилось не в плоскости орбиты, поэтому наблюдения были не такие интенсивные. Потому что короткие восходы и заходы, ну, об этом уже говорили. Вот свои экспедиции, своими наблюдениями мы как раз хотели привлечь дальше внимание ученых к этому, говорится, к этой проблеме, чтобы они продолжили дальнейшие исследования. Говорится, качественное, что ли, наблюдение есть, существуют эти образования. Дальше, наверное, надо получить уже документальное подтверждение, значит, спектральной аппаратурой, значит, какими-то другими приборами, да. Ну, да, нужно определить природу этих образований. Нужно убедиться, или это вот серебристые облака, или какие-то аэрозоли вот на таких высотах. Это вот нужно, конечно, именно в экваториальной зоне, провести приборные исследования. Аппаратурные исследования. Да, потому что вообще-то у нас спектрограммы серебристых облаков уже есть. Мы получили на следующий, но в северной зоне. Есть чем сравнивать. А что вот за образования эти, похожие на серебристые облака, в экваториальной зоне, эта задача еще стоит впереди. Ну что ж, дорогие товарищи, спасибо большое за участие в нашей передаче. Я думаю, что и в последующих наших передачах мы еще с вами будем встречаться и будем беседовать на другие темы тех исследований, которые вы выполнили в космосе. Продолжаем нашу передачу. Эта страница посвящена 70-летию выдающегося советского конструктора ракетно-космических систем, академика, лауреата Ленинской государственной премии, дважды героя социалистического труда Михаила Кузьмича Янгеля. К сожалению, Михаила Кузьмича уже 10 лет нет среди нас. Но память о нем в его делах, которые продолжаются и сегодня. Среди бескрайних просторов Восточной Сибири, в Нижней Илимье, затерялась небольшая деревня под названием Зырянова. Непроходимой тайги в стороне от больших и малых дорог. Здесь, в семье батрака Кузьмы Лаврентьевича Янгеля, 70 лет назад родился сын Михаил, человек, чье имя и дела заслужили право на бессмертие. Семья была многодетная, но, несмотря на нужду, мать Янгеля, Анна Павловна, вместе с мужем сделали все, чтобы их дети постигли грамоту и вышли в люди. Особенно гордился Михаил своим старшим братом Александром, ставшим впоследствии генералом, одним из героев обороны Ленинграда
дни блокады. Шли годы, и в 1931 году помощник ткацкого мастера текстильной фабрики Михаил Янгель был принят в Московский авиационный институт. А вскоре он был избран секретарем институтской комсомольской организации. С той поры прошло немало времени. С отличием был окончен институт. В трудовой книжке появилась запись, официально удостоверявшая профессиональную принадлежность молодого специалиста. А затем началась жизнь, которая сделала его имя всемирно известным. Говорит соратник и друг Михаила Кузьмича Янгеля, академик Александр Юльевич Ишлинский. С грустью и радостью я смотрю на портрет дорогого Михаила Кузьмича Янгеля. С грустью, потому что его уже нет среди нас. Целых 10 лет прошло со дня его безвременной кончины. И с радостью, потому что этот человек жил среди нас. Это был замечательный человек, конструктор ракетно-космических систем. Ну, трудно рассказать, что такое ракетно-космическая система. Она состоит из 4 частей, в сущности говоря. Это сама ракета, а значит, ее остов, расчет ее на прочность, ее конструкция. Это значит двигатели, второе, которые должны быть очень мощными и вместе с тем чрезвычайно надежными. Это управление, ну, подобно тому, как в самолете есть автопилот, но все это в ракете несравненно более сложное. И, наконец, так называемая наземная часть, то есть старт ракеты. Это то, откуда ракета должна лететь. Все это держать в своих руках, понимать каждую деталь соответствующей системы, это нужно большое умение, знание, я бы даже сказал, искусство. И вот всем этим Михаил Кузьмич обладал. Мне довелось его хорошо знать. И в моей памяти осталась его исключительная доброта души. Его обаяние. Вот когда с ним я первый раз встретился, у меня было такое ощущение, что я знаю его уже давно. Настолько он как-то мог сразу войти в контакт с теми людьми, с которыми ему предстоит в дальнейшем иметь дело. Существуют разные главные конструктора, и мне тоже довелось их видеть. Бывают очень строгие, вспыльчивые, как Сергей Павлович, которого все боялись, и я боялся, а некоторые даже и очень. Хотя, должен сказать, что Сергей Павлович в глубине души был очень отзывчивым и по-своему добрым человеком, всегда приходящим на помощь. Ну, с точки зрения доброты, и вот всегда умение прийти на помощь человеку в беде, конечно, таким же, может быть, даже еще большим, был Михаил Кузьмич. Но у Михаила Кузьмича была удивительная особенность. Он никогда ни на кого не поднимал голос. Он скорее просил человека сделать то или иное для успеха того дела, которому он отдал всю свою жизнь, всю до конца. Но как-то он умел просить так, что невозможно было ему отказать. И это, может быть, даже сильнее было, чем приказ. Когда он председательствовал на заседаниях, он никогда не навязывал свою волю. Никогда заранее не говорил решение, к которому он пришел. Михаил Кузьмич умел как-то вести заседание так, что незаметно, конечно, чаще всего проходила его точка зрения на дело. Его понимание вопроса. И это получалось так, что это было общим мнением.
Так что вот такое исключительное умение, без всякого внешнего эффекта, вот, так сказать, нажима, что ли, провести свою линию и учесть точку зрения главных конструкторов, которые входили в состав его, так сказать, космической орбиты. Это было исключительное внимание. Он был очень умный. И недаром его сотрудники говорили, что когда он здоров, то он действует как машина БСМ-6. Ну, а когда он, у него бывает недомогание, ну, как БСМ-4. То есть, ну, несколько слабее, но все же прекрасно, так сказать, у него мысль работала до самого конца. Конечно, Михаил Кузьмич был прежде всего инженер, а потом уже ученый. Он мог замечательно войти во все детали всех систем своего дела, своей ракетно-космической системы. Вот мы сейчас сидим в его комнате. Вот я хорошо помню этот камин, помню обстановку этой комнаты, помню сидящего Михаила Кузьмича. Он был человек, и все человеческое было ему не чуждо. И можно было сыграть с ним и в шахматы, и поговорить и о том, и о сём. В этом доме под Москвой последние годы своей жизни жил и работал Михаил Кузьмич. Сидел за этим столом, склонившись над книгами и чертежами, обдумывал будущее советской ракетно-космической техники. Сюда часто приезжали к нему соратники и друзья. Приезжали, чтобы принять участие в жарких деловых дискуссиях. Приезжали, чтобы вместе с хозяином отдохнуть среди густой зелени, побыть на природе. Михаилу Кузьмичу ничто человеческое не было чуждо. И отдых, как и любимой работе, он отдавался с увлечением. Слово жене и другу Михаила Кузьмича, доктору технических наук Ирине Викторовне Стражевой. Михаил Кузьмич приезжал сюда и отдыхал здесь, наслаждаясь окружающей природой. Любил этот сад, тогда еще молодой. Но у него было удивительное какое-то свойство. Он обычно садился вот на скамейку и о чем-то долго-долго думал. А потом доставал коробку с папиросами и карандаш и начинал что-то писать на этой коробке. Ну и потом, когда я его спрашивала, он говорил, вот, и нашел решение. Ну и как сын земли, наверное, он очень любил землю. Потому что жизнь его вот в сибирской тайге как-то приучила его с детства к общению с природой. Ну, еще хотелось мне сказать о том, что Михаил Кузьмич вот очень любил и смотреть на эти сосны. Он говорил, что вот эти сосны дают ему возможность увидеть все-таки небо. Небо. К нему были устремлены все помыслы Михаила Кузьмича. Ему, во имя человечества, посвятил он всю без остатка свою замечательную жизнь. А это спуск на воду теплохода. Академик Янгель, как у Маяковского. Чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и другие долгие дела. Продолжаем нашу передачу. Последние годы отмечены громадными успехами в области астрономии. И даже родились целые новые направления, такие как гамма-астрономия, рентгеновская астрономия, ну и другие. И вот, используя иноземные традиционные методы и космические средства, получены новые практические результаты, которые потребовали и пересмотра во многих случаях теорий. Особое внимание астрономов привлекают скопления и сверхскопления в нашей галактике и в соседних галактиках. Вообще весь макромасштаб Вселенной. И вот о последних
полученных практических результатах и о теоретических исследованиях в этом направлении, а нужно сказать, что здесь вклад советских астрономов и астрофизиков особенно велик, мы попросили рассказать заведующего сектором Института космических исследований Академии наук СССР, доктора физико-математических наук Игоря Дмитриевича Новикова. Астрофизики уже давно изучают крупнейшие системы небесных тел, которые существуют в нашей Вселенной. Это системы галактик, галактические скопления. Размеры этих систем поистине космические. Свет от одного края до другого в крупнейших из этих систем идет многие десятки миллионов световых лет. И вот каждое из таких скоплений состоит примерно из десятков тысяч звездных островов галактик. Таких галактик, как наша галактика. Мы хорошо знаем состав отдельных галактик, их размеры, массу. Ну, скажем, наша галактика состоит примерно из 100 миллиардов звезд, таких как наше Солнце. И, следовательно, масса нашей галактики примерно 100 тысяч масс Солнца. Давно астрофизики изучают и движение отдельных галактик в галактических скоплениях. Это происходит примерно уже несколько десятков лет. И вот тут выявился удивительнейший и загадочный факт, который долго не могли объяснить астрофизики. Оказалось следующее. Если мы изучаем движение скоплений, движение галактик в скоплениях галактик, то мы можем вычислить массу этих скоплений галактик в целом. Дело в том, что галактики движутся в этих скоплениях под действием сил всемирного тяготения. Галактики сосредоточены в этих скоплениях и держатся там вместе только потому, что они связаны все вместе с силами всемирного тяготения. Скорости движения отдельных галактик в этих скоплениях зависят от того, какая масса суммарная всего вещества, составляющего скопление. Масса, тем больше будет скорости движения отдельных галактик. Так по скоростям можно вычислить массу скоплений галактик. И вот оказался любопытнейший парадокс. Мы можем вычислить таким образом массу, и эта масса оказалась фантастически велика. Она составляет примерно 1 000 000 000 000 масс Солнца. С другой стороны, мы видим отдельные галактики в скоплении и можем вычислить сумму масс галактик, входящих в такое же скопление. И вот эта сумма масс галактик оказалась примерно в 10 раз меньше. Следовательно, в пространстве между галактиками имеется какая-то масса, имеется какое-то вещество, которое разгоняет своим тяготением отдельные галактики, движущиеся в скоплении. Спрашивается, что же это за таинственное вещество? Оно невидимо. Может быть, это горячий газ, или холодный газ, или таинственные черные дыры, о которых много говорят в последнее время. Но тщательный анализ этого вопроса показал, что ни один из этих кандидатов вот, в невидимые массы, или, как говорят физики, в скрытые массы в скоплении галактик, не подходит. Потому что если бы это был горячий газ, то такой газ должен светиться в рентгеновских лучах. Рентгеновское свечение от скоплений галактик обнаружено, горячий газ там действительно обнаружен, но его там очень мало, совсем не такое большое количество, которое необходимо для того, чтобы разгонять тяготением отдельные галактики. Тоже можно повторить и о холодном газе. Холодный газ поглощал бы свет от источников, расположенных за облаками холодного газа. Это тоже не обнаружено. Наконец, косвенные соображения показывают, что и черных дыр там не может быть много. Ответ на этот вопрос, на эту загадку, пришел совершенно неожиданно от физиков-экспериментаторов. Около 2 лет тому назад в Московском институте экспериментальной физики были проведены эксперименты, которые показали, что возможно у одной из элементарных частиц вещества, у нейтрино, имеется масса.
Дело в том, что раньше думали, что нейтрино не обладает никакой массой, что оно всегда движется со скоростью света, и только благодаря энергии движения обладает ничтожной совсем массой, связанной с энергией движения. А, собственно, у нейтрино массы нет. Так эксперименты сотрудников этого института показали, что, вероятно, это не так. Что нейтрино все же обладает массой. Правда, эта масса ничтожна. Она в десятки тысяч раз меньше, чем масса электрона. Но это оказалось очень важным для астрофизики. Почему? Дело в том, что в космических просторах очень много нейтрино. Мы знаем, что в каждом кубическом сантиметре примерно 500 нейтрино содержится в среднем во всей Вселенной. Раньше астрофизики на это не обращали внимания. Считалось, что нейтрино не важны, потому что они очень слабо взаимодействуют с обычным веществом, а суммарное тяготение их должно быть ничтожно мало, потому что думали, что у нейтрино нет массы. И вот теперь оказалось, что это не так. Спрашивается, во-первых, откуда так много нейтрино во Вселенной? Выяснилось, что это нейтрино, те, которые остались от далеких прошлых эпох эволюции нашей Вселенной, когда Вселенная была еще горячей, очень плотной, только начинала расширяться. И вот это свидетельство, остаток тех далеких эпох. Поэтому эти нейтрино получили название реликтовых нейтрино. Реликтовые нейтрино, как оказалось теперь, в сумме должны обладать огромной массой, потому что хоть масса каждого нейтрино ничтожна, в сумме они составляют массу в десятки раз больше суммарной массы вещества обычного, привычного нам, того вещества, которое входит в звезды, из которого состоим мы с вами. И вот теперь стало ясно, что в далеком прошлом именно вот эти реликтовые нейтрино собирались гигантские облака, облака, которые теперь мы называем сверхскоплениями, и суммарная масса тяготения всех этих реликтовых нейтрин, собравшихся в отдельные облака, потом притягивала разреженный газ, он собирался в те же места, этот газ формировал потом отдельные галактики, в галактиках рождались, зажигались звезды, и вот эти невидимые скопления нейтринной массы стали видимыми, стали как бы проявленными свечением отдельных звезд, которые возникли в этих местах. Так родились скопления галактик, которые мы видим, а их окружают и их пронизывают гигантские потоки нейтрино. Следует подчеркнуть, что выводы, о которых я говорил, еще недостаточно определенно установлены. Это передний край науки, где ведется поиск, ведутся исследования. Если выводы физиков-экспериментаторов подтвердятся, то мы будем знать ответ на одно из загадочнейших явлений в природе. Попутно выяснилось и другое обстоятельство. Теория показывает, что нейтринные скопления, когда они формировались, должны принимать следующую форму. Они должны быть плоскими образованиями, которые сосредотачиваются в гигантские стенки ячеек, а внутри таких ячеек должна быть относительная пустота. Газ, который падал в поле тяготения вот этих облаков нейтринных, тоже должен сосредотачиваться в основном в стенках и еще в центре этих стенок. И таким образом формировать гигантские ячейки, и именно там должны быть расположены галактики, а внутри должно быть пространство, свободное почти от отдельных галактик. Так, возможно, во Вселенной формируется гигантская ячеистая структура, которая действительно наблюдается. Она впервые была открыта эстонскими астрономами у нас в Советском Союзе, а в последующем это открытие было подтверждено американскими исследованиями. Так постепенно перед нами вырисовывается структура нашей Вселенной, гигантских, больших, которые существуют в просторах космоса. Мы все более определенно можем говорить о том, как устроена Вселенная. Усложняются задачи, которые выполняются космонавтами на борту орбитальных научных станций. Усложняется сама космическая техника. Если вспомнить, на Востоке с пульта космонавта Гагарин мог выдать 63 команды всего. А вот с пульта орбитального научного комплекса «Союз-Салют-Прогресс»
Космонавты могут выдать 22 тысячи команд. Сложные, целые комплексы новые имеются на орбитальной научной станции. Да и летать полгода тоже сложно. Все это требует колоссального труда при подготовке к полету на Земле. Это и тренировки на тренажерах по управлению комплексом орбитальным, по управлению кораблем, отработка так называемых нештатных ситуаций. Это полеты на невесомость, на самолетах и тренировка на невесомость в гидробассейне. В связи с выходом человека в космос возникла необходимость моделирования невесомости в земных условиях с тем, чтобы можно было детально отработать методику действия космонавтов внутри станции и в открытом космосе. В настоящее время наиболее широко применяются два метода воспроизведения условий невесомости. На самолете во время полета. И в гидросреде. Методы моделирования невесомости в гидросфере и в летающей лаборатории органично дополняют друг друга. И, как видите, позволяют всесторонне отрабатывать в земных условиях самые разные тренировочные задачи. Моделирование невесомости в гидросфере, то оно, как видите, проводится в специально оборудованном бассейне. Все эти тренировки выполняются для того, чтобы космонавты в процессе подготовки к полету имели возможность получить представление о будущей работе. Вот что рассказывает летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза Константин Петрович Феоктистов об исключительной важности тренировки космонавтов в невесомости. После полета Союза-25, станции Салют-6, сложилось неприятное положение, потому что было неясно, что же с тем узлом, к которому должны пристыковываться корабли. Дело в том, что телеметрия показала, что было несколько касаний корабля «Союз-25» станции. И, следовательно, могла быть нарушена целостность узла. Было принято решение пристыковаться первым пилотируемым кораблем к станции со стороны агрегатного отсека, чтобы проверить состояние стыковочного узла со стороны переходного отсека, было решено провести выход прямо через этот стыковочный узел. То есть нештатный выход был предусмотрен. После принятия этого решения была проведена соответствующая наземная подготовка. И вот специально для проверки стыковочного узла станции и тем самым определения дальнейшей судьбы программы совместного полета «Салют, Союз, Прогресс» оперативно был использован метод гидроневесомости в земных условиях. Созданы в короткий срок здесь, на Земле, специальные приспособления. Испытатели опробовали два варианта осмотра узла.
И в результате проверочных операций испытателей в условиях гидроневесомости космонавты Романенко и Гречка, находившиеся на орбите, успешно выполнили стоявшую перед ними задачу. 0 часов 34 минуты. Товарищ, выходи потихоньку. Осматривай на